Ну, здравствуй. Так вот ты какой, Пал Иваныч. Подождите, женщина, какой Пал Иваныч? Вы ошиблись. Разве? А у вас какие последние цифры на телефоне? 29-19? Да. Ну, значит, никакой ошибки нет, Пал Иваныч. А вы кто? Я своя. Как это своя? Ну, Коленька вчера при мне с вами по телефону разговаривал, сказал, Пал Иваныч, я сегодня не могу, я со своей на базар иду. А я просто... Присядем, Пал Иваныч. Что ж ты, Пал Иваныч, так Коленьку работой загружаешь? Он же домой приходит, уставший, поздно. Я ему говорю, Коль, ну сядь, покушай. Он говорит, а я на работе перекусил, отвернется и храпит. Пал Иваныч, от этих ваших перекусов я голодаю. А я давеча подумала, что он себе кого-то завел. Ну, у меня ж Коленька видный мужичок, да?